вторая остановка у нас. Сейчас посмотрим, что нас тут ждет. Выходим. Море видно. Тут такое, текстиль какой-то, покрывало что ли, полотенце. Пойдем посмотрим мастерскую. Еще предлагают посмотреть мастерскую, как делают. А, как делали, наверное. Как называется? Каратахта. Каратахта. Безлор. Да, понятно. Специальный станок сохранили, да? Как раньше делали. Интересно. Такие вот тут пряжи. Прям нитки такие. Это хлопчато бумажный. Вот так вот. Интересно. А, здесь вот еще. Тут их несколько, этих станков. Угу. Вот такое все. Сохранили чисто. Тут какая-то машинка старая стоит. Швейная, наверное. Не знаю. Это не знаю, что. Может, пряльная? Непонятно все. Уже пылью покрылась. Ну, тут еще один станок. Вот. Тут бобина с этими, с пряжей. Тут полотенце. Вот. Платочки. Все наверх пошли. Лизок, ты наверх пошла? Пойдем наверх. Раз все наверх, значит и нам наверх. Вредный водитель попросил эту девочку, которой наш гид, вот эта вот, вот она, арабка, попросила ее, говорю, ну убери звук, я поснимаю. Она убрала, а водитель опять включает музыку, блин. Ну никак без музыки не может. Смотрите. Хамси, фундук, ну все то, что надо. Тут вот чай, резый чай. Вот. Резы, на память от резы, ручная работа. Я тоже домой в Россию привозила, только с этого Синопа, ну, там такой парусник. Ручной работы, такие сувенирчики. Вот. Вот. Карадениз Харитаси на память с черного побережья. Вот так вот. Такие вот. Вот этот чай мы берем. Всегда в Трабзоне. Вот этот. Не вижу, правда. Здесь сколько цена. Ну, такой неплохой. Но здесь, конечно, он будет дорогой, потому что это остановка для туристов. Вот. Смотрим, что тут еще.
Вот такой вот. Сумочки, рюкзачки. Это вот такой местный фольклор, как говорится. Вон тоже сумки такие. Вот эти вот монетки. Смотрите, тут даже не монетки, тут какие-то пластмассовые. Нет, вот монетки. На самом деле. Ну, они тоже, конечно, пластмассовые, но хотя бы покрыты блестящими. Так смотрится хорошо. Я что-то хотела такую купить и забыла в Трабзоне. Думаю, вроде едем на фестиваль. А оказывается, фестиваль. Не фестиваль. Перенесли из-за... А, чё, Гизель, вон девочка этот. Покупают эти. Вот они. Классные. Вот эти. Угу, она взяла такую. Это арабка купила вот такую розовую. Довольно такая. Блин, ну они пластмассовые. Они ж... Их... Эти... Даже не пластмассовые. Пластмасса, пластик. А, пластик, да? Да. Я думала, как от шоколадки, да, фольга? А, ну нет, фольга для фольги, но это... Не, ну, конечно, если ты его пополам сомнешь, он... Все, хана ему. Но я имею в виду, что если закинуть в стиральную машинку, то оно все облезет. Тебе все в стиральную машину. Не, ну а как, если носить вот эту повязочку? А так, конечно... Ну, а как же ее стирать тогда? А, иду. Ну что, ну... На эти панталоны. Панталоны! Ну а что, раньше так и было. Вот, видишь, его одели в эти панталоны. И монетку ему прицепили. Вот так вот. Слушай, я что-нибудь племянник попросить. Да? Ты решила? Может, мне тоже такую купить, вот эту? Ну, только не вот этот цвет. Может, другой цвет. Ты не знаю даже. Не могу решиться я. Ладно, посмотрим, что тут еще есть. Халатики вон какие. Текстиль. Вот такие вот льняные халатики. С такими вот бубенчиками. Цен, правда, не вижу. Ну, хорошее качество такое. После душа выйти. Угу. Такие вот есть. Морская тематика. Это он, типа парео, наверное, на это, на пляж розовенькое. Здесь обогреватель работает. Холодно здесь, конечно. Нету никакого обогрева вообще. Здесь вон все это льняные полотенца. Что это 350? Я думала, это цена, что-то 350 написано, но непонятно, за что 350.
Тут такие вот скатерти, наверное, это. Или что это? Или это покрывало? Даже не пойму я, скатерть это или покрывало. А здесь вот тоже вот эти форелы есть. Короче, здесь такое. Текстиль. Что-то эти хорошие. Ух ты, 100 лир за штучку. Дорого. Вон хорошая скатерка с розовыми цветочками. Ну вот что там. Все такое. Идем отсюда. Что-то там уже приглядело. А ну вон там вон все из льна. Эти полотенца такие хорошие. Ну, правда, дорого, конечно, 100 лир одно полотенчико. Потому что они вручную шьются. Да? Вот тоже льняные эти наволочки. Угу. Ну что? Ничего ты не взяла, что ты сказала там с племянником? Да, я нашла выбирать мне троим. А-а-а. Ладно. Я говорю, водитель вредный попался. Ну, музыку эту постоянно прибавляет, прибавляет. Стопроцентный шоу. Да ты чё? Угу. Все, уезжаем. Ну все, поехали. Вот наш минибус. Хавсатур. Хавсатур. Ой, собакевич какой красивый. Ой, 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 ой. Красавчик. Он этот чипированный.